Закончи се первый раунд в красном углу АДКЭ, мастер спорта национальной сборной команды Кыргызской Республики Аскат Култаев. 2002 года рождения, боксом занимается 10 лет. Чемпион Кыргызской Республики 2022 года. Призер чемпионата Азии Ю-22 2023 года. Тренируется Аскат под руководством Бакыта Култаева и мастера спорта Советского Союза Раймджана Мирбакиева. К данным соревнованиям готовил заслуженный тренер Кыргызской Республики Төлөгөн Улу Дания. Thank you.
Закончился второй раунд. В синем углу отдыхает мастер спорта Лазизбек Фатоев, Республика Узбекистан. Ему 20 лет, боксом занимается 8 лет. Провел 84 боя, 80 одержал победу. Победитель международного турнира в Казахстане. Тренируется под руководством Акмаля Хасанова. К выходу на ринг готовится шестая пара боксеров. Коныч Пекулу Умар, Нур Акматалиев. Завтра начало соревнований в 12:30. Первая сессия в 17:00. Вторая сессия. Взвешивание участников с 8 до 9. Раздельного решения победу одержал Лазизбек Фатоев, Узбекистан.